Наши телезрители сообщали нам об опасном провале асфальта на Крупском мосту. Мы сделали запросы в коммунальные службы и выяснили, что его планируют ликвидировать к середине сентября. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Тверводоканал». Причина провала – проблема с канализационным коллектором, который проходит под этим мостом. Напомним, что дорожное полотно на мостовом сооружении рухнуло в конце мая этого года. Почти 2 месяца понадобится специалистам, чтобы переложить участок канализационного коллектора под Бурашевским путепроводом трубами Корси с диаметром 1600 мм. На объекте уже стартовали работы по замене участка. Планируется, что подрядная организация справится с работами в течение 2 месяцев.